установку лобового дефлектора стрелка 2 на Kiehl's Seltos. Для того, чтобы когда дворники работают, вода с грязью не перебегала через стойку, не попадала на стекла и зеркала, а уходила в сторону крыши. Перед установкой мы, конечно, все протерли спиртовой салфеткой. Показываю, как устанавливать. Снимаете именно, вот, видите, две полосочки, тут два скотча идут. И с самого краешка, прям к самому. И зафиксируйте. Вот, зафиксировали и потихоньку идете. Не забудьте разглаживать с двух сторон, отсюда и отсюда, чтобы равномерно все было. Обязательно разглаживайте с усилием и подольше. Если будет горячо, оденьте перчатку. Чтобы у вас получилось все с первого раза, можете не снимать пленочку и попробовать сымитировать, все то же самое повторить. Водительскую мы уже установили. Сейчас будем устанавливать пассажирскую. Также снимаем две плены. И с самого низа. То есть вот сюда, вот на край. Зафиксируйте. Опять не забываем разглаживать. Видите, я как устанавливаю? Немножко подвигаю сюда, чтобы Г-образный этот второй деталь тоже приклеился внутри равномерно. И разглаживаем. Все это, конечно, делается в тепле, желательно. Все указано в инструкции и температурный режим. Стрелка 2 на Kiehl's Seltos установлена.